Ну, как-то так сложилось, что со Слуцком у нас уже на протяжении нескольких лет тяжелые игры. Не стал исключением и сегодняшний матч. Здесь игра шла до гола. Слуцк забил первый, поймал нас в контратаке. Да, мы заиграли только после гола очень активно, а так до гола слишком академично все-таки играли, считаю. После гола, да, были моменты, могли забивать, сравнивать счет, но, к сожалению, не получилось. Насколько этот гол вытекал из логики игры в целом? Потому что была равная игра, казалось. Ну, здесь, скорее всего, более логичным был бы игра закончилась бы с счетом 0-0. Но я еще раз говорю, здесь до гола, до ошибки, ошибка случилась у нас, поэтому Слуцкую игру. Соперник давал играть. Игра, в принципе, в первом тайме удавалась. Были положительные какие-то моменты. Много опасных атак было с нашей стороны. Также какие-то полумоменты были у соперника. Но а так, мне кажется, мы владели каким-то преимуществом. И, в принципе, ну, не повезло. Там пару спорных моментов, где РФ свистел не в нашу сторону. Два гола незасчитанных тоже. А так, в принципе... Игра получалась, я думаю. После матча на натуральном покрытии сегодня на синтетике играли, сложно было перестроиться. Ну, здесь поляна мягкая, и из-за этого, если ты выходишь и сразу начинаешь, ну, высокий ритм вкладываться, то ноги подседают, было тяжело. Ну, а потом, после пропущенного гола, понимали, что надо отыгрываться, надо забивать, и со всех сил бежали, отбирали, создавали моменты.